Видная зима шагает по Ленинскому району, и до встречи Нового года остается совсем немного времени. Но настроение у жителей уже праздничное. В минувшее воскресенье в Булатниковском сельском поселении в новом микрорайоне Бутово Парк 2 состоялось большое сказочное представление, которое посетил и Дед Мороз. К его приезду на площади микрорайона была установлена красивая елка. На мероприятие собралось очень много детей, их родителей, гостей, новоселов. Всех пришедших развлекали сказочные персонажи. В лесу. Давайте кружимся. Вот эти мероприятия, это не разовый какой-то тут, не разовое мероприятие, они будут постоянно проводиться в той или иной мере. И, допустим, будем со временем организовывать дни поселка, дни поселения. В этом году наступившая зима радует нас и снегом, и небольшим морозцем, а наряженная зеленая красавица на площади микрорайона создает еще и атмосферу сказки. Все от мала до велика пришли на праздник. Дед Мороз, царевна Несмеяна, которая пообещала ребятам больше не плакать, и царский посол развлекали жителей загадками, хороводами. А мы пришли со своими детьми, приехали к ним в гости и оказались на этом празднике, веселом таком. И все довольные, радостные, не холодно. Ах, если холодно, танцуемся и радуемся. Нравится, необычно очень. Мы рады, нам веселее будет гулять. Спасибо большое. Здоровье, конечно, самое главное. Все-таки наш-то совсем еще крошка. Конечно, здоровье и всем малышам, которые здесь.